Продолжается наступление азербайджанской армии за освобождение города Физули. Еще 4 танка армянских войск уничтожены азербайджанскими солдатами на Физули-Джабраильском направлении фронта, сообщает Министерство обороны. В настоящее время боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Сегодня, начиная с 7:30, территория Дашкисанского района Азербайджана подверглась артиллерийскому обстрелу с территории Вардынийского района Армении. Азербайджанской армии приняты адекватные меры. Отметим, что напряженные бои продолжались всю ночь на всей протяженности фронта. Армянские вооруженные силы неоднократно предпринимали попытки контратаки с целью вернуть утраченные позиции на Физули-Джабраильском и Акдаря-Тартарском направлениях. Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно обороняясь, немедленно пресекли все попытки противника. В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Акдаря, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку ее перемещению, были уничтожены военно-воздушными силами и войсками национальной армии, дислоцированными на этом направлении. Один танк, одна автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника, пытавшихся в утренние часы продвинуться на Физули-Джабраильском направлении фронта, уничтожены артиллерийским огнем. Напряженные бои продолжаются. Противник, неся большие потери, вынужден отступить.